Ветеран МВД Ксения Редькова отметила столетний юбилей. За 35 лет службы в органах внутренних дел она была удостоена множества наград. За победу над Германией, за безупречную службу, за доблестный труд. Поздравить старшего лейтенанта медслужбы приехал глава республики Михаил Игнатьев. Ксения Прокопьевна свою жизнь посвятила профессии военного фельдшера. В начале Великой Отечественной войны она учила неопытных девушек-медработников оказывать первую помощь. А в 42-м батальон аэродромной охраны, где служила Ксения Прокопьевна, направили в Сталинград. Медсестра спасла там ни одного раненого летчика. С войны Ксения Редькова вернулась старшим лейтенантом и только в 47-м году. А потом продолжила работу фельдшером в Чебоксарах. Трудилась в санчасти МВД, тюрьмах и вытрезвителях. Поздравить с юбилеем ветерана пришла целая делегация. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, председатель Госсовета Валерий Филимонов и министр внутренних дел Сергей Неяскин. Душа у вас молода, глаза горят, сердце как у нее стучит. Я чувствую, здесь сижу с министром МВД, прямо чувствую. Добрая душа, щедрость вообще души говорит о многом. Михаил Игнатьев зачитал поздравления от Владимира Путина и вручил Ксении Прокопьевне орден за заслуги перед республикой.